5 декабря отмечается Международный день волонтера-добровольца. Именно поэтому в школе номер 12 провели мероприятие «Посвящение волонтеры». С некоторых пор волонтеры являются членами общественных молодежных организаций, активно участвуют в жизни города и помогают в организации различных мероприятий. Волонтер профессионально-педагогического колледжа Хатимат Рамазанова отметила, что ребята должны осознавать, что волонтеры – это люди, которые добровольно, без корыстной цели помогают окружающим. Они делают добро, чтобы помогать другим, чтобы другим было легче жить, чтобы другие знали, что рядом есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Вы когда-нибудь помогали кому-то? Да. Все мы знаем, что не обязательно быть волонтером, чтобы совершать добро. И если некоторых них не посвящают, это не значит, что они его не должны делать. Все из нас должны его совершать. Должны помогать бабушке, которая переходит дорогу. Должны помогать ребенку, если он плачет. Должны помогать другим, если у него нет конфеты, поделиться своей. Мы все должны делиться тем, что у нас есть. И я очень сильно надеюсь, что вы это прекрасно понимаете и это делаете. В свою очередь, юные волонтеры для гостей подготовили музыкальную программу, исполнили тематические песни. Ребятам вручили футболки волонтеров. Они произнесли клятву, которая призвала свято чтить и не предавать принципы и идеалы добровольного движения, являться примером для подражания, уважать мнение каждого, а также быть активным лидером и ответственным исполнителем. Также стоит отметить, что в Хасавюрте функционирует множество волонтерских корпусов, курирующие не только в среднеспециальных учебных заведениях города, но теперь и в школах. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».